Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот огромная посылка, которая ко мне пришла из магазина AliExpress. И здесь должна находиться очень интересная вещь – игровая ретро-клавиатура. Наверное, те, кто уже давно на канале, знают, что у меня вот есть такая вот клавиатура. Тоже беспроводная, хорошая. Все мне в ней нравится, но так как у нас канал связан с играми, я решил себе заказать такую вот клавиатуру именно в ретро-игровом стиле. Так, ну давайте много говорить не будем. Откроем и посмотрим, что там внутри. Так, поставляется нам вот в такой вот красивой коробке. Коробка выглядит действительно классно. Знаете, как упаковку от там, гаджетов Apple. Достаточно качественная, такая плотная. На внешней стороне у нас нарисована сама клавиатура. Указано, что у нас подключение здесь 2,4 Гц, USB и Bluetooth. И написано название клавиатуры Retro Mechanical Keyboard. Написано, что есть 2,4 свисток. Клавиатура, супер Buttons, супер кнопки, какие-то кабель и инструкция. Так, ну здесь написано основная функция. Написано, что 87 кнопок. PBT кнопки, клавиши. Hot swap есть, то есть быстрая замена свечей. Есть, значит, у нас переключатель 2,4, Bluetooth, USB, механические свечи и программируемые кнопки. Модель 85HA. Retro Mechanical клавиатура N Edition. То есть это получается у меня Nintendo Edition. Ну и давайте откроем. Что там, как она выглядит, сейчас посмотрим. Так, ну и сразу мы видим, да, здесь у нас такие транспортировочные вставки, соответственно, чтобы у вас по дороге ничего не повредилось. Ну и так, в принципе, коробка была достаточно нормальная, без каких-либо повреждений. Так, вот сама клавиатура. Сейчас пока немножко в сторонку берем. Далее, здесь у нас такая краткая инструкция, что за что отвечает. Вот, инструкцию я уже прочитал, поэтому сейчас вам буду все показывать. Так, ну и здесь у нас получается горячие кнопки. Так, в сторонку пока. Далее у нас наклейки. Вот такие. Эти наклейки идут вот на эту кнопку. Соответственно, можете, допустим, настроить. Ctrl-C, Ctrl-V. И приклеить. У вас будут вот такие быстрые клавиши. Очень классная идея. Так, далее здесь такая вот типа ОТК, да? Вставка. Мануал. Кстати, есть интерес, русский язык или нет? Русского языка нет почему-то. Так, вот. Вот эти кнопки. Блин, я думал, они легче будут. Они такие тяжелые. Интересно сделано. Вот такое интересное нажатие. И здесь у нас получается мини-джек. Кабель достаточно мягкий. Вот здесь у нас такое прорезиненное основание, чтобы оно не каталось по столу. Так, здесь у нас кабель USB Type-A на USB Type-C. Так, и все, больше здесь у нас ничего нет. Так, ну давайте перейдем вначале к осмотру клавиатуры. Так, где открывается? Вот так вот, ребята, классно выглядит клавиатура. Очень красиво, очень симпатично. Действительно, в таком, в духе 90-х, в духе там за X-Spectrum и вот техники тех времен. Такой вот серый пластик. Знаете, он такой не желтый, это действительно серый. Именно тех цветов, которые были у нас в детстве. Итак, сразу расскажу, какие здесь плюсы есть. У нас, соответственно, три подключения. Bluetooth. Видите, да, загорелось. Далее off выключаем. У нас, соответственно, проводной по USB. 2,4 Гц. Это через свисток. Здесь у нас получается такая крутяшка громкости. Здесь у нас настройка клавиш. Здесь у нас настройка профилей. Далее у нас здесь идет название клавиатуры 8-bit Duo Retro Keyboard. Здесь у нас диодные индикаторы, индикаторы включения, кнопки вот в таком вот стиле. Очень классный звук. Так, с боков у нас ничего нет. С тыльной стороны у нас получается разъем мини-джек для подключения вот таких вот кнопок. Здесь у нас USB Type-C разъем для того, чтобы можно было подключать клавиатуру к компьютеру. Для работы или для того, чтобы обновить программное обеспечение. Здесь у нас свисток. Вот такой вот 2,4 Гц.
Вот такой же свисток они ставят и на свои геймпады. Подключайте его к компьютеру и, соответственно, здесь переключайте на 2.4. И у вас автоматически все подключится. Так, с нижней стороны у нас получается здесь такая наклейка. 8-bit Duo, название, модель 85HA. И указаны характеристики 5 вольт, 1 ампер. Такие прорезиненные здесь у нас вставки. Выполнено очень классно, очень такая тяжеленькая. Здесь у нас, значит, съемные клавиши. Под клавишем находятся белые свечи от Colorbox второй версии. Вот эти свечи смазаны, и поэтому какого-либо постороннего шума они не издают. Видите, да? То есть такое четкое, мягкое, хорошее нажатие. Давайте. Все четко нажимается. Вот. У этой клавиатуры алюминиевое основание. Вот. И над этим основанием есть у нас, получается, шумоизоляция. Соответственно, опять-таки, звук клавиш не такой сильный. То есть такой мягкий, четкий щелчок, очень приятный. Также на этой клавиатуре есть такие функции, как смена профилей и настройка комбинации клавиш. Допустим, сделали профиль 1 и настроили комбинацию клавиш вот на эти две кнопки. Допустим, Ctrl-C или Ctrl-V. Для этого нажимаете на звездочку, удерживаете, она начинает быстро моргать. Нажимаете на Ctrl-C, после чего нажимаете на эту кнопку. Все, кнопка настроена. Далее опять нажимаете на эту кнопку, опять начинает быстро моргать. Нажимаете на Ctrl-V. После чего нажимаете на эту кнопку. Соответственно, у вас будет здесь Ctrl-C, Ctrl-V. Вот такие дела. Можно менять комбинации так, как вы хотите. Допустим, в какой-либо игре назначить вот эту кнопку, да, на какое-либо действие. Вот, соответственно, там какую-нибудь бомбу, да, нажали, и все, там у вас там все разлетелось. Вот такая вот классная штука. У клавиатуры есть свое программное обеспечение. Вот, иногда 8-bit Duo присылает обновления. Эти обновления можно скачать посредством вот этого кабеля, подключать к компьютеру, заходите в программное обеспечение и настраивайте все, как хотите, и обновляйте ПО. Вот, в принципе, и все. Вот такая вот классная клавиатура. Вот такие интересные кнопки. И, кстати, снимается. Видно, да, есть какая смазка. Вот, свич вылез. Так, давайте поставим обратно. Свечи не буду вытаскивать. Ну, вот видно, да, то, что смазка есть. И здесь смазка есть, и на самих свечах на клавиатуре. Вот такой вот небольшой обзор этой клавиатуры. Если вам интересно было, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот у нас ссылка на эту клавиатуру будет, как обычно, в описании к этому ролику. Вот, ну, я желаю всем хорошего настроения, чтобы все у вас всегда получалось. Желаю вам хороших игр. Все, всем пока.